Здравствуйте. Вам куда? Подвези, друг. Куда? Да рядом, до Никольского. Садись. Никого нет? Порядок. Преступники завладели машиной. Так. А вот в этом месте они выбросили потерпевшего. Понятно. Во сколько это было? Как утверждает потерпевший, 13:30, то есть час назад. Час назад. Да. А это для Волги по нашим дорогам километров 80-85. Да, не больше. Так. А полностью блокировать их выезд из этого района мы сможем только минут через 25-30. Ну что ж, с учетом этого и будем определять зону розыска. Значит, так. Первоначальные меры розыска преступников осуществлялись районным отделом внутренних дел в установленном порядке. В фильме основное внимание сосредоточено на рассмотрении дальнейших действий сил органов внутренних дел, руководство которыми возложено на штаб и уголовный розыск областного управления внутренних дел. Понятно. Что у нас на этом месте? Эти участки прикрыты у нас полностью. С одной стороны... Оперативно-следственная группа райотдела сообщила, что вещественных доказательств и следов преступников на месте происшествия не обнаружено. Вас понял. Николай Николаевич, я буду у дежурного. Виктор Андреевич. Слушаю вас. Передайте горрайорганам указание немедленно выставить посты для блокирования выезда преступников из зоны розыска, а также для принудительной остановки автомашины с преступниками в местах пересечения основных магистралей на территории зоны розыска согласно вот этого плана. Слушаю вас. Вы всем горрайорганам поставили задачу? Зона розыска включает территории 6 районов области. Этим горрайорганам и постам ГАИ поставлена задача блокировать выезд преступников из этой зоны. В местах пересечения основных магистралей в зоне розыска выставить посты для принудительной остановки автомашины с преступниками. На розыск этой автомашины ориентировать все наряды, участковых инспекторов и подвижные посты ГАИ. Ну и кроме того, диспетчерские службы такси, скорой помощи и автозаправочных станций. Что еще сделано, Василий Семенович? Учитывая дерзость преступников, все наряды и посты ГАИ предупреждены о возможном наличии у них оружия для того, чтобы были приняты меры безопасности. Если преступники вооружены, надо вводить сирену. Товарищ генерал, но ведь точными сведениями о наличии оружия мы не располагаем. Ну хорошо, продолжайте.
для того, чтобы быстрее обнаружить автомашину с преступниками и организовать ее принудительную остановку, я предлагаю внутри зоны розыска, на трассах и пересечениях дорог, выставить 12 дополнительных постов. Но для этого необходимо ввести дополнительные силы из числа личного состава горрайорганов и подразделений ГАИ других районов. Не возражаю, расчеты готовы? Так точно. Дайте необходимые указания горрайорганам. Есть. И обяжите их усилить внимание к объектам Госбанка, магазинам и кассам предприятий. Есть. Не исключена возможность, что разыскиваемые готовят новые преступления. Как думаете, Василий Игнатьевич, не могут быть те же преступники, что совершили налет на кассу гастронома в пригородном районе и на промтоварный магазин в поселке Строитель? Возможно. Тем более, что есть некоторые сходства в описаниях внешности преступников, сообщенных очевидцами ограбления, и сегодняшним потерпевшим водителем Савченко. Хотя в поселке Строитель преступники избегали такого насилия. С тех пор прошел почти месяц, а наши поиски результатов не дали. Да, товарищ генерал. Безнаказанность могла привести к тому, что они подготовились к еще более дерзкому преступлению. Сейчас самая главная задача — найти машину с преступниками. Товарищ генерал, полковник Никитина просит на связь. Разрешите? Пожалуйста. Товарищ генерал, все наряды и посты доложили о прибытии на места и приступили к выполнению задачи. На блокированной территории осуществляется розыск похищенной машины и преступников путем контроля за движением транспорта на дорогах, осмотра улиц, мест автостоянок, дворов. К проведению этих мероприятий работники милиции привлекают внештатных сотрудников, членов добровольных народных дружин, работников жилищных контор, сельских советов и других представителей общественности. Водитель «Волги» 2767, подойдите ко мне. Учитывая возможность наличия у преступников оружия, при проверке автомашин, имеющих сходство с разыскиванием, необходимо соблюдать меры предосторожности. Сотрудникам, находящимся на некотором расстоянии друг от друга, не следует близко подходить к проверяемой машине. В то время, когда один вызывает водителя, другой должен следить за поведением пассажиров. Ну что ж, будем брать вдвоем. Может, подождем? Некогда ждать. Все же рассчитано. Вдвоем можем засыпаться. Заткнись, не каркай. Ладно, подождем немного. А что если... Что? Куш-то у него... Ну? А может, он с ним отвалил? Я его тогда из-под земли достану. Thank you.
Хорошо. Принято, товарищ майор. Товарищ генерал, из Озерна РОВД сообщили. Разыскиваемый «Волгу» только что видел участковый Минаев в поселке Красное. При его приближении машина скрылась. Он успел заметить, что в машине двое мужчин. Водитель и пассажир. В райотделе принимает меры по установлению направления ее движения. Красное. Вот, да. Угу. Так, передайте распоряжение отдела внутренних дел Заозерного, Калининского и Октябрьского районов. Сконцентрировать силы действующих нарядов на обнаружение автомашины преступников. Особенно на дорогах, прилегающих к поселку Красное. Для задержания приготовить группы захвата, оснащенные бронежилетами. Да. Свяжитесь с вертолетом, пусть они передислоцируются в этот район. Есть. В районе обнаружения разыскиваемой автомашины, в соответствии с указаниями Управления внутренних дел, осуществляется передислокация нарядов. Павлик, думай. Итак, преступники вооружены, но работники милиции об этом еще не знают. Шустрый. Дай-ка я его замочу. Подожди, Пуляй. Оторвемся. Север, я челнок 5. Я челнок 5. Прием. Север, я челнок 5. Прошу на связь. Прием. На 84-м километре Шотинского шоссе. Проследовало в южном направлении. В холмах под развилкой на Черное ущелье работники райотдела организуют принудительную остановку путем перекрытия дороги автотранспортом. Это вот здесь, товарищ генерал. Ну что ж, думаю, правильное решение. Передайте наше согласие. Для принудительной остановки машины преступников работники милиции мобилизуют необходимое количество грузовых автомашин из числа проезжающего автотранспорта. Мобилизованный транспорт сосредотачивают на участке перекрытия шоссе. Водителям разъясняют их действия и поведение. Связи. Закрыть движение. Закрытие движения на шоссе осуществляется только после получения по радио сообщения о движении преступников в этом направлении и указания о применении принудительной остановки. Остановив движение автотранспорта, работники милиции обязывают водителей и пассажиров перейти в укрытие. Старший наряда руководит установкой машин, перегораживающих шоссе. Машины ставятся так, чтобы полностью исключить возможность проезда на данном участке. На участке принудительной остановки разрешается находиться только участникам задержания.
Товарищ капитан, едут! Старший наряда располагается за машинами заграждения. Двое участников задержания выдвигаются вперед по дороге навстречу машине преступников и располагаются в заранее подготовленных укрытиях с тем, чтобы пропустить автомашину к заграждению и перекрыть ей путь обратного движения. Это стало возможным в результате того, что сотрудники милиции неправильно выбрали место для заграждения. Они не учли возможность объезда заграждения по склону холма. Нет, оружие они не применяли. Сколько человек в машине? Двое. Водитель и пассажир. Пару семь. Продолжайте преследование и постоянно сообщайте свое местонахождение, направление движения. Как поняли? Вас понял. Есть. До связи. До связи. Сейчас они движутся вот здесь. А здесь у нас... Звезда 6. Оперативная группа Октябрьского района на автомобиле «Волга». Поставьте им задачу совместно с парусом 7 преследовать и задержать преступников. В соответствии с указаниями УВД, преследованию подключается вторая группа. Вас понял. Следуем в сторону Шохтинского шоссе. Да, есть. До связи. Они уже прошли 75-й километр. Надо выйти им в хвост. А, Николай Иванович? Попробуем. Нам поставили задачу преследовать их совместно с парусом 7 и задержать. Ясно. Как, Николай Иванович? Тем временем первая группа настигает автомашину преступников. В случае оказания преступниками вооруженного сопротивления, а также при возникновении ситуации, угрожающей жизни и здоровью граждан, работникам милиции в соответствии с законом предоставляется право применять оружие. Вполне естественно, что до применения такой меры водителю преследуемой машины подают сигналы, обозначающие требование остановиться. Это отмашка жезлом, рукой, подача звуковых и световых сигналов.
Давай на повороте. Сотрудники милиции были предупреждены о возможном наличии у преступников оружия, но не приняли необходимых мер предосторожности при преследовании. Давайте рассмотрим, как должен был бы действовать наряд «Парус-7». При любом задержании преступников, следующих на автомашине, будет этап преследования. Практика преследования индивидуальна, но есть группа приемов, которые следует соблюдать всегда. Если сотрудники располагают данными о возможном наличии у преступников оружия, то при преследовании они должны соблюдать дистанцию не менее 70 метров. Однако факт наличия у преступников оружия может обнаружиться внезапно, и произойти это может на дороге различной конфигурации. Рассмотрим несколько ситуаций. Если в салоне легкового автомобиля два преступника и расположены так. Один за рулевым управлением, другой рядом с ним. Преступник номер два не связан с управлением автомобиля и поэтому имеет большую возможность вести прицельный огонь. Его сектор огня на прямом участке трассы зависит только от конфигурации корпуса машины. Водитель транспорта преследования должен вывести свою машину из этого сектора и продолжать преследование на указанной выше дистанции. Под постоянным наблюдением должен находиться и водитель машины преступников. Быстрей! Если оружие у преступников обнаруживается внезапно при прохождении правого поворота, то машина преследования, чтобы выйти из сектора огня, должна на этом отрезке пути занять левую полосу дороги, несколько сблизившись с преследуемой машиной, а затем следовать на безопасной дистанции. Но такая тактика возможна лишь при отсутствии опасности столкновения со встречным транспортом. Внимание! Впереди левый поворот. Если в такой ситуации обнаруживается оружие, то машина преследования в сектор огня не попадает и имеет возможность занять безопасную дистанцию. При возникновении такой ситуации на извилистом участке дороги применяется один из показанных приемов. Применению оружия преступники могут изготовиться при прохождении скрытых поворотов. И тогда их огонь окажется неожиданным для группы преследования. Поэтому целесообразно во всех случаях при прохождении закрытых от обзора поворотов увеличить дистанцию движения, а затем на открытой местности сориентироваться в обстановке и продолжать преследование.
При изменении положения преступника в машине в момент преследования особо должно фиксироваться его приближение к боковым окнам, так как это может свидетельствовать о его подготовке к стрельбе. Соответственно, должен осуществляться и маневр машины преследования. Если преступники применили огонь неожиданно, то работники милиции открывают огонь на поражение. Но, к сожалению, наряд «Парус-7» не был подготовлен к ведению преследования. В результате их машина выведена из строя, и преступники получили возможность скрыться. Преступники применили огнестрельное оружие. У нашей машины преследования разбит распределитель зажигания. Потерь в личном составе нет. О наличии у преступников оружия немедленно поставьте в известность наряды отделов внутренних дел Калининского, Заозерного и Октябрьского районов, госавтоинспекцию и экипаж вертолета. Поставьте задачу перед нарядами Калининского и Октябрьского районов блокировать все выходы преступников с Шотинского шоссе. Есть. Николай Иванович, это уж сверхточность. А где парус-7? Что же они их так далеко отпустили, а? Звездо-6, я берег-2, прошу на связь, прием. Я звезда-6, вас слышу, прием. Где находитесь, звезда-6? Прием. На 86-м километре Шотинского шоссе. Вышли в хвост машине преступников. Паруса-7 не видели. Ведем преследование одни. Как поняли, прием. Вас понял. Внимание, звезда-6, внимание. Преступники применили огнестрельное оружие. Машина Паруса-7 выведена из строя. Продолжайте преследование, но будьте осторожны, не входить в сектор огня. Как поняли? Прием. Вас понял. До связи.
Даже преследуя преступников на безопасном расстоянии, необходимо соблюдать меры предосторожности. В частности, преступники могут увлечь за собой группу преследования и подставить ее под удар встречного транспорта. Чаще всего этот прием преступники применяют при обгоне впереди идущего транспорта. Вот и сейчас преступники движутся параллельно с грузовиком, закрывают группе преследования обзор дороги и ожидают встречного транспорта. Обратите внимание на их маневр. Если группа преследования заранее не выберет место отхода вправо, то неизбежно столкновение. Проскочили. Ну, удалось. Преступники дерзкие и тем особенно опасны. Вот здесь, перед развилкой, на 105-м километре Шотинского шоссе, организуйте принудительную остановку машины повторным перекрытием дороги. В этот же район пошлите вертолет с группой захвата. И пусть они постоянно поддерживают радиосвязь с снарядами в этом квадрате. Есть. Так же, как и в первом случае, подготавливается транспорт. Но, учитывая опасность преступников, перекрытие дороги готовится в двух местах, на расстоянии 70-100 метров. В этот район доставляется группа захвата. Сейчас мы прошли 95-й километр. Прием. Какая скорость? Прием. 135 километров. Прием. Звезда 6, внимание. На 105-м километре скрытно установлена машина для неожиданного перекрытия дороги. Как поняли, прием. Вас понял, до связи. Группа захвата оснащается бронежилетами, касками и вооружается автоматом. Все сотрудники располагаются с одной стороны шоссе, чтобы иметь возможность вести огонь. Гони. Мы проходим 103-й километр. Да, 104-й. Ну, давай, жми, жму. Так, готовьтесь к остановке. Машина преступников пропускается к месту заграждения, и наряд открывает огонь по колесам с целью ее полной остановки. Группа преследования прикрывает возможный путь отхода преступников.
Такая мера необходима для того, чтобы убедиться, что в машине нет других соучастников. В фильме показана принципиальная схема организации розыска и задержания вооруженных преступников, захвативших автомашину, чтобы каждый участник подобной операции знал свое место в общем комплексе осуществляемых мероприятий и четко выполнял поставленные перед ним задачи. После окончания съемок фильма на вооружение органов внутренних дел взято новое специальное средство ЙОШ, обеспечивающее принудительную остановку автомашин. Порядок его применения определен приказом МВД СССР за номером 0788 от 24 декабря 1976 года.